Безделюшки – такое название носит выставка, где представлены всякие занятные и удивительные предметы старины, некогда общепринятые и очень популярные. Коллекция принадлежит удивительному человеку – литератору, автору книг, посвященных этикету XIX века – Елене Лаврентьевой. Надо отметить, что выставка побывала уже во многих городах и музеях Москвы и Московской области. А сейчас пришло время удивляться и наслаждаться этой выставкой дмитровчанам. Выставка носит вполне интерактивный характер, ведь посетителю придется порой решать сложные, но удивительно интересные задачи, догадываться, а что это за вещица диковинная лежит на витрине. Эта коллекция действительно уникальная и редкая. Как она появилась и с чего все начиналось? Много лет назад Елена Лаврентьева закончила университет и пришла работать в литературный музей Пушкина, где читала лекции по этикету XIX века. Однажды в подвале антикварного магазина Елена приобрела коробочку для марок, решив, что это будет наглядная иллюстрация к ее лекциям. Постепенно стали появляться все новые и новые наглядные иллюстрации. На сегодняшний день в коллекции Елены Лаврентьевой насчитывается более 900 предметов. Это собрание формировалось в течение 20 лет и экспонировалось в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, доме музея Василия Львовича Пушкина, музее декоративно-прикладного искусства, Пушкинском музее в Вязьмах. Основа собрания Елены Лаврентьевой составляют предметы пушкинской поры, поэтому в коллекции наиболее широко представлены предметы конца XVIII – начала XIX веков. С этими старыми вещами связано бесконечное множество интересных историй, отмечает коллекционер. Эти бездельшки отражают нравы, правила и законы этикета ушедшей эпохи. Все предметы на выставке разделены по разделам, в каждом свои диковинные и редкие вещи. Раздел кухни впечатлил десятками столовых приборов на все случаи жизни. Еще 100 лет назад эти предметы не считались диковинными, сейчас же они вполне бы могли стать экспонатами музея редкостей. На экспозиции представлено еще много интересного. Безделюшки расскажут, зачем нужна копоушка, как выглядит шатлен и что такое трен и зачем ему паш, есть ли песок в дорожной песочнице. Все ответы на эти вопросы вы найдете в данной экспозиции. Приходите, и вы обязательно откроете для себя много нового и интересного. Выставка продлится до 5 апреля.